В мире насчитывается примерно 400 пород собак. Есть породы, которые распространены только в определенной местности. К самым редким породам собак относят норвежская тупиковая лайка или лундехунд, редкая порода собак, которая сопровождала викингов в давние времена, муди, венгерская пастущая порода собак, каталбурун, имеет уникальную внешность из-за раздвоенного носа, стабихун, необычная охотничья порода собак, азавак, ловкая, быстрая, мускулистая и очень выносливая порода собак, родом из Африки, перуанская орхидея инков, собака, которая питается преимущественно фруктами, злаками и овощами, оттерхаунд или выдровая гончая, применялись в Англии для охоты на выдр, пока охоту не запретили, денди, динмонт-терьер, родом из Шотландии, существует более 300 лет. Понравилось видео? Подпишись на канал и нажми колокольчик. Пока!